Итак, всем привет, с вами Топган, продолжаем играть Террор-Бордер Кринж за нашу Францию. И наш новый Наполеон стоит уже на пороге своей последней войны. И он исполнит мечту Наполеона Первого. Более того, он уже, можно сказать, перевыполнил немножко план, потому что Британия пала. И как бы больше нет никакого соперника, я бы сказал, по крайней мере в Европе, для Франции, кроме России. Но одна Россия вряд ли сможет выдержать. Кстати говоря, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. Мы же начинаем эту войну. Только сначала восполним немножко, конечно же, организации. Поехали. Ну, тут уже особо ничего не строим и не производим, потому что у нас есть, в принципе, все, что нам только нужно было. Если я, наверное, только в танки РСЗО не добавил. А так, да, наши дивизии можно считать полноценно готовыми. Советский Союз. Но тут немножко не Советский Союз, а Российская Рабочая Республика, хотя она уже явно не только российская. Как будто все-таки каким-то союзом это больше попахивает. И говоря, тут есть вот в этих территориях тоже часть Альянса России, но я думаю, туда мы не пойдем, слишком уж далеко и впадлу. Попадаем сюда, призываем только пограничные страны, чтобы не было никаких приколов. Так, это да, в войне. Таким образом, мы сможем не воевать в Индокитае, но в Европе полностью полномасштабную войну вести. И, судя по всему, Россия будет уничтожена просто без особых проблем. У нас должны быть еще дополнительные кнопочки. Да, продвижение вглубь России. Можно вот это еще сделать по приколу. Здесь уже бафы не сильно интересные. Да, так и есть. И мы можем, да, потихоньку делать какие-то губернаторства. Давайте начнем. Почему бы нет? Постепенно только, да. Как я и думал. Лучше бы, блядь, я этого не делал. Классика, классика. Но мы сейчас, так сказать, обойдем и должно стать нормально. Больше мы оттуда кнопки не нажимаем, потому что фронты достаточно ожидаемо на самом деле ломаются, что просто пиздец. В любом случае, авиация у нас все хорошо, по флоту у нас все прекрасно, я бы сказал. Здесь мы, к сожалению, не можем пройти дальше. Есть какие-то проливы, видимо. Как будто бы не должно быть, но ладно, видимо так и есть. Ну как, в Черном море понятно, почему я не могу попасть. Тут точно пролив, но он не даст пройти. И тут тоже. Ну вот сюда, да, мы все-таки можем попасть. И попали, наконец-таки. Хотя, вот это, допустим, не можем почему-то все еще контролить. Странно. Ну и особых проблем нету, только как обычно. Господи, мы тут окружили 36 дивизий. Вот, конечно, невероятно приятно. Но по дефолту бот решил на планировщике не окружать их и не добивать. Мы эту несправедливость, конечно же, поправили. И да. У нас еще и третья, кстати говоря, доктрина, так что мы планирование тут очень жестко набрали, 74%. Поэтому такие были жесткие бафы на атаке. Но Россия пала. Не знаю, тут Болгария, конечно, все еще держится, по той простой причине, что мы не переходим в атаку, потому что что? Потому что, типа, недостаточно сильные. Ну ладно, это саксонцы. С ними все понятно. Хотя, как будто вон наши союзники нам помогают, и вроде мы успешно все равно не справляемся со всем. Поэтому единицы можем уже вот эти кнопочки нажимать вдалеке, которые нас они не должны никак поломать особо, надеюсь. Да, так вот, вроде как спокойно, безопасно можем это нажимать. Как бы как и Литву. Объединение польского народа можем сделать. Давайте-ка сделаем. Отлично. Польско-литовское сотрудничество. Немножко странное получилось. Ну ладно, Украину мы, наверное, не сделаем, пока не отпушим подальше границы, чтобы фронт, как я и говорил, не ломался бы. Здесь можем поставить уже максимальную агрессивность. Фронт, я думаю, да, полностью раздавлен. А России осталось совсем немного. Кстати говоря, я планирую, наверное, еще поиграть в этот мод за Россию и за Австрию. Можете дать, сказать, знать в комментариях, какого хотите, чтобы я сыграл первее. Моему мнению, Австрия не такая интересная, как Россия, потому что, ну, как-то вроде как они находятся на пике в этом моде. Ну, относительно, конечно же, у них там куча типа внутренних проблем. Но, объективно говоря, именно они победители русской войны, этой вот русско-австрийской. И как будто они тут имеют какую-то гегемонию в Европе. Поэтому Россия выглядит чуть интереснее, потому что она кажется чуть-чуть послабее. Тоже была какая-то революция, там можно привести Ленина к власти, можно Николая II, можете, кстати, признать тоже, вы хотите там увидеть коммунистическую Россию или
монархическую. Ну, а я, возможно, это совсем, конечно же, не точно, вас послушаю. Да тут фронт совсем рассыпался в Болгарии. Я думаю, нормально. А здесь, кстати говоря, мы тоже не начали наступать из-за того, что не призвали Индию. Но сейчас мы эту оплошность, так сказать, поправим. И, наверное, только вторую агрессивность... А, окей, это не мы там атакуем, так что все окей. Питер пал, Москва пала. Здесь Ленинград, в скобочках, Волгоград пал. А, где кап? Пока Наполеон увидел, кстати, только куб. Что это значит, он не знает. Знаете ли вы, тоже дайте знать в комментариях. Проверка одна олда. И продолжаются дальше. Ливония создается. Создается далее Беларусь. Кстати говоря, вопрос, если бы я в другом порядке сделал. А, или... Окей, как-то да. Очень странные границы в этих новых государствах. Возможно, это какие-то французские выдуманные границы. Как французы реально хотели, хотя я очень сомневаюсь в этом. И думаю, что, в принципе, у нас есть какие-то записи об этом, тем не менее. И им предлагает мир. Давайте-ка оккупацию Петрограда сделаем. А подождите, мы... А, мы сделали, окей, все. Все правильно. Центральная военная администрация. Создается, кстати говоря, Королевство Украины теперь невозможно создать. А, ну мы тут Одессу потеряли, допустим. Готовы ли мы к миру? Вечная война мы можем сделать. Но нет, мы готовы к миру с Россией. И вот такой вот у нас получается мир. Болгария отдала примерно ничего. Здесь Россия отдала тоже примерно ничего на самом деле. Я не верю, но мне кажется, что... Примерно такой же и был мирный договор с Германией, что ли? Как обычно, да, эти страны забыли просто замерить с нами, что выглядит очень глупым, опять-таки. Почему один только Иран, Аравия и Китай остаются в войне с Францией, хороший вопрос. И вот этим вот каким-то осколочком тоже очень-очень большие вопросы. А я думаю, что эту кампанию может считать пройденной. Мы, кстати говоря, все еще не сделали одну миссию. Да и черт с ними. Так что, ребят, с вами был Долгой. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ребят, Twitch, Discord. Можете написать в комментариях, кстати говоря, за что мне поиграть, потому что у меня идей в последнее время очень мало. И до скорых встреч. Всем пока.